Так, здрасте, дорогие друзья. Давно не виделись. Если вы слышите этот голос, значит это KF Me, то есть Kazoku Family. Me, то есть я. Мы давно не виделись, у меня был творческий кризис и были технические неполадки. В этот раз не с компьютером, а с телефоном. А если никто не знает, то я пользуюсь интернетом Теле2, чтобы вести свой YouTube-каналыч. Пока что. Вот живем в Рашке. А где вражки, там в парашке. Ладно, не буду вас сильно утомлять. Буду бегать и гулять. Сегодня у нас очень интересный квест от гильдии воров. Великое ограбление в имперском дворце. Приятного просмотра. Делайте чаёчек, кофеёчек. Я уже сделал. А мы... как говорится, погнали. Так. The Grey Fox is waiting inside. Я почему английскую озвучку выбрал, чтобы были истинные голоса актеров, поэтому мне так проще. Так, ладно. Как говорится, погружаемся в атмосферу. Нет, у него такая... блять, убогая маска, что пиздец. Чувак, у Бэтмена круче, прикинь. Так. Are you ready for one last great heist? Ну, как бы готов. This is the big one. This is the heist that will... We are going to steal one of the Elder Scrolls from... There is no buyer. This is for glory, not for money. Our names will become legend. As for your compensation, I ask you to trust me. If my plan works, you will get a reward worth far more than mere money. Will you do it? Ну, раз мы начали записывать, естественно, начнем. И мои зрители тоже за. И новые, и старые. Так. Capital. I have worked for 11 years planning this heist. Savilla's stone provided. Капец, 11 лет чувак планировал ограбление. The Elder Scrolls are kept in the Imperial Palace. You will have to travel the old way. Once used as an to unseal the entrance, you must sneak into the basement of the palace and activate the glass in the Imperial sewers. Here is the key for the gate. Так. My scrying with Savilla's stone has provided clues, but not the... The boots of Springheel Jack will allow you to leap to an unreachable place. They will also protect you from a long fall. The arrow of extrication is the only way to unlock the final door. Take them both. Once you are inside the palace itself, you need to find the reading room. The blind priest. I arranged for the notable Celia Cameron to want to read a particular elder. You will take her place. Do not speak to the priests. They're blindfolded and will not realize it isn't her. As the guildmaster, I am waiving blood price for anyone you kill during this heist. I've written it down for you in this book. I've chosen you because... Так, ладно, пиздуем. Чего? Нам дали кучу хлама. Серьезно? А, не, подожди. Блять, я же сижу. Я забыл. Are you still here? Чувак, я не мог выйти. Как бы банально это ни звучало. Yes. Так. Наверное, проще так будет.
Хотя хрен его знает. Оу. А нам точно... Ну да. Please show your respect for the Imperial Palace by keeping your voice down. Да, понял, я понял. Придурок. Так. Ох, ну чё, сохраняемся и с Богом. Я думаю, ещё... зелье невидимости потом... бахнуть. Чего, блядь? Ты издеваешься? А какой он там? Сложный. Ну ладно, может автопытка сработает. Сработало. Муха. А дальше куда? В смысле, это где она? Подожди, какая дверь в канализацию? Please show your respect for the Imperial Palace. Я немножко запутался. Да, именно вот этот квест я первый раз играю, поэтому не обращайте внимания. Вроде сюда, да? Так, подожди, стоп. А, вот. Так, нужен свет. Я думаю, что... таким... в таких делах. Блин, а можно мне? Крабик. Блин, сейчас пойдем. Да ёпарасоте, ну. Твою ж мать. Какое нахуй удалённое. Грёбаные крысы. Назад. Чё? А.
Ну давай, ёб твороз. С этими замками один гемор. В смысле? В смысле не туда? Не туда, вы чё? Не понял. Камера туда показывала. Чё за тупая карта, а? Нереально какая-то тупая карта. Давайте еще вернемся, упадем, попробуем пройтись. Мы серьезно. Да. Капец, тут столько этих канализационных, блядь, люков. Я что-то нихуя не пойму. Чё, я ещё зря спрыгнул, что ли, блин? Вы чё, издеваетесь? Что за... Не, это ни хрена не туда. Так, ну а вот так мы пройдем. Наконец-то. И где это управление? По-ихнему. Так, вопрос. М
Нам показывают карту сюда. Ну а дальше? Ну издеваетесь. Я все прекрасно вижу, что... Ну... И что это значит? Теперь назад показывают. Ну, по сути... Это должен вверх показываться, да? Вверх. Просто если я спрыгну, это назад. Стоп. Угу. Наконец-то. Если, конечно. И что это значит? Краб. Крутой краб. Да что за... Вампир, блядь. Чего? А, понятно. Ну и... Наконец-то. Давай, сражаемся, нах. Да иди ты в жопу, ёбаный вампир, блядь. Опять я ёбаным вампиризмом заразился, нахуй. Бесит. Чего, блядь? Что это, блядь, значит? Окей. Голодным студентам привет. О, привет, Фантомас. Нет, оперный театр тебе уже не играть. Да... No! Come ты ну-ка, вообще. Чё мне еще нужно? Ну, прах вампира. Ёпарас это...
Да тут я смотрю, вечеринка прям в Болгаре, да? Мы же договаривались. Твою мать. Сраный фантомас. Так. Чего, блядь? Что это значит? Да крыса, свали. Чё-то я ничего не вду. Ребят, вы можете просто от меня отвалить, а? Так. Что это значит? Где в правой стороне пойти теперь? Серьезно, по старому пути? Еще не хватало. Да крыса, вали нахрен отсюда. Крякают, пердят. Ничего не знают. Чего-то еще хотят. Да в смысле, блядь, какое зелье? А, это звездный свет. Да. Что за прикол? Я ебанутый или просто, блядь, что делать? Чего-то я не вдупляю. Серьезно? Я дырку не заметил. Пиздец. Да, товарищи, это пиздец. Thank you.
какой тут, блядь, проход? Тут тупик. А то опять... Я подумаю, что... Ох, какой ты крутой, мать твою. Капитан Джек. Воробей. Не, наоборот, ты не воробей. Круче только воробей. Джек воробей. Ух ты, блядь. А нах пошел. Вызыватель. Так. Не понял. Бля, надо было слабенько выпить, ну ладно. В какую сторону? Валить. Крысы, крысы. Как хейтеры. Вечно под ногами. Ох, как эпично-то, а? Как эпично-то отлетают. Так, не понял. Бля, как меня заебали эти уже тупики, а? Вот честно. Я уже в этих, блядь, тупиках путаюсь. Блядь, чё? Так. Етить, колотить. Тут столько проходов. Ебануться, как у ёжика. В жопе. Так, чё, блядь? Хватит вызывать всякую хуйню. Пиздец. Да хуев вызыватель. В смысле стрелять. Так, тут две хуйнюшки. Угу. Да вы заебали. Чего, блядь? Серьезно? О, ебать копать. Так. Я чувствую, что моя меткость будет, блядь. Понятно. Попал. Жесткий затуп. Очень жесткий. Блять, я не хочу слишком на этом месте застревать, поэтому маленькая хитрость. Потому что я думаю, что
Чё, блядь? Хотя бы так. Так, а свои стрелы можно забрать? С той стороны. Просто, блин, сейчас запариваться на этом моменте, но вообще не в кайф. Что-то вырезать, останавливать, мне вообще не ху... Чё, блядь? Ты чё, хочешь сказать, блядь, ещё за время? Блядь, серьёзно? Ну, вообще пиздец, блядь. Просто пиздец. Ебануться. Аж глоток чая захотелось. Мало ли, может эта хуйня стрелять начнет. Ага. Сдохни, тварь. О, стены. Капец. Так, ладно, попробуем. Именно стрелой освобождение. Ага. Ну ладно, ладно. Чего, блядь?
Очень интересно, я вообще не вдупляю, что сейчас делать. Замочной скважиной. Так. Чего, блять? Так, а что еще есть? Бляха-муха. Цокотуха. Вот и что мне творить-то тут, а? Это назад. Это там, где я снял камни, да? Так, я думаю, вот здесь я точно сделаю паузу. Нам никто, сука, не дает подсказки. Я вообще не понимаю, не вдупляю, что делать. Но мы тут, в принципе, остановимся, не прощаемся, и с этого момента придется склеить, увы. В общем, я пока допер. Как это все сделать? Прошло прилично времени. Тут еще затрахиваться придется со стрелой. Вот этот геморрой, он, конечно, излишний. Весело. Ладно, попробуем. Ясно.
это? Чё за... Ты чё за хуйня? Нихуя себе. Трэш. Так, а где у меня эти сандали, блядь? Как они там называются? Сандали. Как они, блядь, хотя бы выглядят? Так. Не понял, это что за хрень? That the best you can do? You'll never take me down. Вы чё, блядь? Нахренели? Охренеть. Да сдохните, вы чё, блядь, все сговорились, что ли? Заебали. Так. It's all over, Lord. Да пошёл ты нахуй! Да, блядь, нет. Ну, вообще, как бы сюда. Чё за пиздец тогда? Так, а если я сразу выпью? Это я уже понял. Охренеть. Блин, а вот охренеть, если бы у меня зелья невидимости не было, то все, хана. О, блин.
Да блин, открывай, открывай, открывай. Окей. Охренеть, блять. В смысле, а как она открывается? Алло. Мне что, с ним поболтать нужно? Чё за прикол? Должен был сделать или нет? Надеюсь. Не понял. Каким хреном? В смысле? Как это сделать? А как свет потушить? Да блин, просто дайте нам. Тут сказано, что нужно... Чё за прикол? Бля, ну это вообще странно. В смысле? Подожди, а как тогда? Вопрос.
блядь, я понимаю, что потушить, но как? Чё за пиздец? Чё за... Использую я... Так, тихо, сейчас зелье истратится нафиг. Так. Подожди, а нам сюда по карте, нет? Не понял. Чё за прикол? В смысле внизу, блядь? Что там внизу? Я что-то вообще не ебу. В смысле? Чего, блядь? Celia Cameron, I present to you the Elder Scroll you requested. Okay. Так, я так понимаю, просто съёбываться надо, да? Как-то. What's that? Да, блядь! Так. Да ёпер СТ, давай же ты быстрее, блядь, сваливай отсюда, нахер. Так, подожди, а почему я... Не понял, почему показывают карта, блядь, сюда? Чё за бред? Чё с картой не то? Вы чё, ребята, издеваетесь все надо мной? Вот она чё. Тогда понятно. Так, подожди. А куда меня это приведет дорога-то, а? А, во как. Тут все продумано, бля. Ну ладно, ладно, я не сразу понял. Так, ну, так, погнали.
Жесть. Чего, блядь? А чё за тупик? В смысле? Это как понять? Да я понял, чувак, подожди. Да открывай быстрее замок, блядь. Чего? В смысле удалены? Ну ладно. Допустим. Старый путь, это уже все, да? Ну тогда просто валим. Ох ты, капец, тут еще и затопило. До этого вроде не затапливало. Я уже не помню. Так, подожди. Чего? А, тот самый вампирюга. Ладно, пофиг. Погнали. Погнали, мы уже почти. Блин, что за фигня? Как нахрен выйти из канализации? Что за... Эта хрень открывала ту хрень. Я так понимаю, что нам аж сюда, что ли? Типа обход? Или как? Да ё-моё. Это вообще какой-то долгий путь получается. Какой это долгий путь. Ладно, здесь паузу сделаю. И в принципе вернусь, дорогие друзья. В общем, продолжаем проходить Oblivion. Короче, из этой канализации мы почти выбрались. Вот, получается, мы добрались. Надеюсь. Так, если это затопило, то... То нам налево, да? Это мы где? Mm.
I hope I can help. I'm pretty handy. What need? Да, чувак, отремонтируй мне все. The only I think I heard. Good that you want to get better. Farewell. Окей, ребятки. Так, подожди, стоп, а где у вас выход? What is it? What do you want, Ashborn? I heard that Saurus Arenan made himself quite a bit of money recently. He seems very happy about it. Are you sure? Absolutely. Enough talk. Так, стоп. The Grey Fox is waiting inside. А, в смысле на втором этаже, что ли? Have a seat and tell me everything. Okay. You have the scroll. I can hardly believe it. The odds were clearly against you. Capital job. Capital. I have spent 7 years learning how to translate this scroll. Even so. Ah, still thinking about your reward, eh? Give this ring to Countess Umbranox in Anvil. Say nothing about me to her. I need to know how she reacts to it. If she asks, just tell her a stranger wanted her to have it. Then report back to me on her reaction. Okay. Так. Stop right there, criminal scum! Nobody breaks the law on my watch! Чего, блядь? Да ёбаный в рот, я ничего воровать не хотел, долбоёб. Чё за трэш? You're back. You have the scr- I have spent. Not if. Hail. Я, наверное, случайно что-то в тот раз воровал, капец. Весело. Так. Анвил. Yes, master. You need me? Сейчас проверим. Yes, master. You need me? Чё к чему? Так. Угу. Hi there. Well met. This ring belonged to my husband. He's been missing for over 10 years. For some reason, his name and face escape me at the moment. How did you get it? Do you know his whereabouts? Why are you showing it? My husband's wedding ring. I never thought to see it again. What I wouldn't give to see him once more. By the power of the Elder Scrolls, I name Emer Dereloth as the true thief of Nocturnal's cow. You're the Grey Fox? I've been betrayed! I am the Grey Fox,
but you have not been betrayed. But... I am also your missing husband, Corvus. Corvus? Is it really you? 10 years I've waited for word from you. Why did you hide from me? 10 years ago, I inherited this cowl from the former guildmaster of the Thieves Guild. I became the new guildmaster, but I also received its curse. Whoever wears Nocturnal's cowl shall have his name stricken from history. Once I donned the cowl, no one in all of Tamriel could recognize me. With the cowl, I became the Grey Fox. Without it, I was a stranger, even to you. You mean you were unable to return? I've stood right next to you, and you didn't even know it. I cried out to you, "Here I am! It's me, Corvus!" But you just looked at me, confused. You have broken my heart for a second time. I cannot let the infamous criminal mastermind, the Grey Fox, become the Count of Anvil. If you try to announce yourself as Corvus, I will deny you. I will deny you before the Emperor if I have to. I guessed you would say these terrible things to me. That is why I brought my friend along. From this moment forward, I renounce my life of crime forever. I'm passing the Grey Cowl of the Thieves Guild to its new guild master. The Grey Cowl is now yours. You are the new guild master of the Thieves Guild. You will find that history has been altered tonight. Such is the power of Nocturnal's curse that lifting it can alter time itself. If Emer Dereloth had not stolen Nocturnal's cowl, the Thieves Guild would never have fallen on such hard times. Because of the curse, he was unable to operate in the normal world of business and society. He could only act as the guild's figurehead. That has been undone. If you go to the Imperial City, you will find that the Thieves Guild has a guild hall on the site of the ruins of Dereloth. Так, что еще? I hope I can. Shadow hide you. Так, подожди, смысл не выполнен, не понял. You were Martin's friend, weren't you? Mm-hmm. Shadow hide you. Теперь нужно узнать, пойти. Так, это где? Окей, еще не завершено. Так. Jensen's isn't bad, especially if you need to make a quick couple of septims. Hello. Good day. Смысл подвал. How are you?
Not bad. What's the news from the other part? You wear the sh... The... Shadow hide you. Так, подожди, это надо с тем хреном, что ли, поговорить, или с кем? You wear the shadow. Чё? Looking for an... Shadow hide you. Не понял, а что дальше делать? You were Martin's... Shadow hide you. A pleasure to speak. If you... Shadow hide you. It's my pleasure. Please. I have... You can pay your fines... Shadow hide you. Так, чё там надо по заданию? Подожди, стоп. Выполненные задания. Угу. Ну, в принципе, значит, получается, мы выполнили. Это было интересное задание. С вами был Казуку Фэмили, дорогие друзья. Всем до встречи. Ставьте лайки. Всем до новых встреч. С вами был KF Me. Казуку Фэмили Me. Ну, то есть, если сокращенно, KF Me. Так что, всем пока-пока.